Всем добрый день! Здравствуйте! Я приветствую вас на своем канале и продолжаю свои прогулки по Москве. Мы с вами на Тверской площади. Здесь проходит фестиваль «Московское чаепитие». Ну и также это площадка фестиваля «Сады и цветы». Будем смотреть? Будем смотреть. Спасибо. Спасибо. Я слышала об этом чае, о том, что ледяной чай здесь фишка этого фестиваля. Но не попробовать его я не могла,
показываю вам крупненько его со льдом. Маленький стаканчик 280 рублей, большой 300. Ой, хорошо. Знаете, если б я был султан. Если б я был султан, я бы не дружен, и тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах, сколько бед и забот нам спаси Аллах. Неплохо очень иметь три жены, но очень плохо с другой стороны. Гурдия, мой халат, клавиту доски, Фатима штопает носки. Три жены, красота, что ни говори, но с другой стороны, вещи тоже три. Неплохо очень иметь три жены, но очень плохо с другой стороны. Как решить мне жена, каждая по сто, и того 300 грамм – это кое-что. Но когда на бровях прихожу домой, мне скандал предстоит с каждой женой. Неплохо очень иметь три жены, но очень плохо с другой стороны. Как бы нам, султанам, ясность тут нужна, сколько жен в самый раз, три или одна? На вопрос на такой есть ответ простой. Если б я был султан, а был бы холостой. Неплохо очень совсем без жены, гораздо лучше с любой стороны. Привет!
Так, мы сейчас с вами идем к сцене. Ну, здесь ничего не происходит на сцене пока. Или происходит, я не вижу. Здравствуйте. Хорошо, чаепитие. Спасибо. Что хочу вам сказать. Заодно вам показала площадочку. Начинается вечернее представление 20:30. Я ждать не буду. Я ждать не буду. Поэтому, кому интересно, приходите. Хотела вам показать площадку, показала. Ледяной чай мы с вами попробовали. Я люблю тебя.
Здесь, как всегда, всякие сувениры. Вы что-то как-то не вписываетесь в это вот во все. Вы из другой эпохи. Вы из другой эпохи. Ой, да вот он. Во! Во! Чашечка чая, чашечка чая.
вот и все на сегодня. Всем огромное спасибо за внимание и за просмотр этого видео. Я жду вас на своем канале. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Всем добра, здоровья, благополучия. Пока-пока. До встречи. Может, туда вход приходит? Да, да. Лучше, ты жевал?